Владимир Солодов встретился с 6 участниками конкурса «Большая перемена». Губернатор вручил ребятам благодарности за отличные результаты во всероссийском конкурсе и достойное представление Камчатского края на федеральном уровне. В ходе неформальной беседы школьники рассказали главе региона о личных проектах, среди которых модернизация здания своей школы и домов культуры, проект по социализации выпускников детских домов и методы по предотвращению выгорания у студентов. Очень большой процент студентов уходят с 3-4 курса медицинского университета. Они просто теряют интерес к своей профессии, будущей, к своей работе. И, к сожалению, покидают такую прекрасную сферу деятельности. Но мой проект нацелен как раз-таки на помощь им. Я хочу дать им возможность еще раз окунуться, понять все-таки, хотят ли они этого, и все-таки дать им возможность доучиться, чтобы потом в конце они уже после учебы, после полученного диплома решили, продолжать ли или переучиваться, возможно, на новую специальность. Рассказали ребята и про желание реализовать проекты по наставничеству в школах и электронные карты исторических зданий Камчатки с нанесением на них QR-кодов. После рассказа школьники получили советы от губернатора по воплощению своих проектов в жизнь. Тут основное – это контент. Контент, в принципе, есть. Правильно же про основное. Это про Петропавловск вы хотите сделать, да? То есть на исторических зданиях Петропавловска, их по ним сделать описание по каждому и сделать QR-код. Ну, QR-код вообще копейка, и программирование там, оно ничего не стоит. Конкурс «Большая перемена» проходит для учеников общеобразовательных школ и студентов колледжей. В 2021 году он объединил более 2,5 миллиона участников. Всего победу одержали 311 классников, среди них камчатцы Иван Красильников и София Пенигина. Они получили денежный приз – 1 миллион рублей, который смогут потратить на учебу, собственный проект или покупку необходимых гаджетов. Кроме того, ребята получат по 5 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. Информационное агентство «Камчатка».